вот сейчас, на твоем месте, где я, собственно, и нахожусь, я бы спросил таким придурочным голоском. А мозг и правда взорвался? Или это очередная шутка моего дорогого друга Кевина? А я бы тебе ответил, что и сам хотел бы это знать. Проверить можно только одним способом. Только, пожалуйста, не убей наше замечательное тело. Всем привет! С вами Саня, и наконец-то мы продолжаем с вами проходить Пенумбра 2, Дневники мертвецов. Ну что ж, меня долго не было, я Far Cry даже объяснял, но я по-любому знаю, что не все смотрели Far Cry. И, в общем, у меня было очень мало времени. Я сильно иногда уставал, попросту. И мне не было ни до видео. Просто уставал, не было настроения, даже немножко подболел, но выздоровел немножко. Но не суть. Мы, главное, уже продолжаем, и мне хорошо, и вам хорошо, и давайте мы уже этот рычаг. А, да. Опс. Оу. Давайте мы быстро с вами включим. Вернемся. И постоим. Так, давайте сюда вот. Гори, 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 гори. Не туши. А ты затушишься? Ха. Смешно. Ладно, погнали с вами, ребят. Ему уже холодно. Но этот рыжий, он расклеен на каждой стенке твоего подсознания. Он хотел умереть, а мы ему не давали. Я бы сказал, от него дурно пахнет, если ты понимаешь, о чем я. Погоди-ка, надо перетряхнуть твои воспоминания о нем. Я вспомнил, что надо тряпку смочить, да, и сделать вот так вот. Так, если мы вот так вот. Подождите. Какого? И что теперь делать? Тряпка смоченная спиртом. Лучше пока оставить, говоришь, да? Двигатель. Вот блин. Тут же ничего нет. А если мы с вами... Вот как сделаем. Так. Опа! Поджигаем и уходим быстро. Тихо, сейчас там рванет по-любому. Бабах! Ух ты ж, взрыв какой, а! Так, нам хорошо? Давайте мы проходим. О, какая чистота! Итак, что нам предстоит сделать? Разыскать девицу, защитить ее от плохих парней, уничтожить вирус, ну и спасти мир, разумеется. Шансы на успех равны нулю. Шансы на выживание... Ну, у тебя на борту поселился добряк Кевин. Что бы это могло означать? Вероятность, что ты перевернешь тут все с ног на голову, 100%. По-любому здесь можно будет как-то пробить. Или лом нужно, или что-то другое. Так, у нас там питом... Ага, ладно, давайте мы с вами пойдем. Кевин, с Кевином нашим. О-о-о. Тихо. Знаешь, то, что ты здесь, это вторая лучшая вещь, которая произошла со мной на станции. А первая будет, если мы отсюда выберемся. Нет, я не такая наивная, и я не думала, что ты тащился сюда только ради меня. Я сказала правду,
Мне кажется, я действительно поняла, как тебя дезинфицировать. Только, как ты сам понимаешь, все не так просто. Чтобы войти в систему здесь, мне нужно получить доступ к предохранителям в исследовательском блоке. А это значит, нужен электронный ключ-карточка. Иначе мне не выйти. Кто-то из сотрудников, а он уже был инфицирован, попытался войти сюда с помощью карты. Но я не знаю, куда он... оно потом пошло. Слушай, мне без тебя не выбраться. И если ты мне поможешь, я не знаю, что я для тебя сделаю. Мамочки, пойди сюда, пойди туда. Принеси то, принеси сё. Типичная девица в нетипичных обстоятельствах. Ну и при чем тут судьба? На судьбу жалуются трусы, которые не желают ничего брать на себя. Значит, где-то ходит оно. Мы должны помочь девице. Еще тут ходит где-то... Так, это переход, но я хочу исследовать все. Чувствую, будет весело. Ой, как весело. Смотровая. Почему такая музыка? Так, подождите, давайте сюда пока не пойдем. Черт! Оно идет. Я его увидел. Оно и там. Черт, надо обойти его. Вот оно. Это оно. Прячемся, быстро. Тихо. Нет! Черт, оно пришло сюда. Оно тут. Нет! Черт! Уйди отсюда. Ну и зараза. Уйди. Отлично. Ой-ой-ой. Тихо. Так, что у нас тут? Сломанный телевизор. Уйди отсюда. Привет. Чувак. О. Ух ты, злой какой. Смотрите на него. А он открыть-то не может. Ух ты ж. Сволочь. Йо. Бежим. Беши, сволочь. Ай. Я просто бегу. Я не знаю, куда я бегу. Нужно бежать отсюда. Черт. Бежим. Не открывается. Черт. Он идет. Я в ловушке. Я бегу. Оно идет. Нужно от него удрать. У нас нет оружия, и это будет уже не так просто. Как в первой пенумбре. А если честно, мне даже очень нравится, что у нас нет оружия. Очень даже нравится. Так, батареечки. Черт, карточки нет. Нет карточки. Нет. Ага. Верка. Еще компьютер. Так, каждую надо посмотреть. Возможно, ответ где-то здесь. Кто здесь? Треки?
йод взял. Так, давайте. Ага, здесь еще что-то. Каждый компьютер проверим. В общем, здесь ничего не будет в компьютере. Хорошо. Давайте посмотрим. Тут. А, еще и здесь не исследовал. Опа! Азот. Не работает. А! Наивный я. Наивный. Думал, все будет так легко. Давайте каждую мелочь здесь осмотрим. Каждую. Так, даже стул не отодвинуть. А, печаль. Давайте пойдемте сюда еще. Что написала? Другой путь. А если не получится? Тоже не получится. Ладно, возвращаемся назад. Хорошо. Черт! Оно здесь. Древняя каста никогда не попросила бы служащих работать более рекомендованных 8 часов в смену. Тем не менее, настоятельно приветствуется личная инициатива, которая нередко определяет командную мотивацию. Заранее благодарим за понимание. Никого. Валим. Стоп, а я не отсюда ли пришел? Не отсюда. Блин. Черт. Собачки? Никак не пройти. Эй. Ага. Стоп, здесь же. Вау, я помню этих собачек. Факты странные находим. Да, вы помните встречи с собачками первой части. Так. Темно, правда? О, эхо. Вроде как пустота. Теперь ты можешь представить, как я существую? Как мне тут живется в пространстве, которое ты называешь разумом. И знаешь, меня так бесит, что мы тратим кучу времени на дурацкие коды, рычаги, людскую муть. А оказывается, я могу просто стереть все это в одно мгновение. Раз, два, и ничего нет. Только ты да я на какой-нибудь призабавной вечеринке. Как ты думаешь, я сумею вообразить пару коктейлей? Нет? Значит, надо отсюда выбираться. Что ж, это обязательно плохо закончится. Зато интересно, ужасно интересно. Поклонники, что там? Так, нужно как-то осветить темный коридор. Ой, не-не-не-не-не-не-не-не, я туда не пойду. В любом есть какой-нибудь. А давайте пройдемся. Вау! Вау! Вот так вот. Вот так вот и живем. Ладно, погнали отсюда. Идемте сюда теперь.
Надеюсь. Вау. Что тут произошло? Интересно. Так, батарейки садятся. Батарейки садятся. Отлично. Опять это. Посмотрим, что у нас здесь. Отлично. Это все с собакой произошло. Оу! Судя по отмененным и укусам, эту собаку убила другая собака. Надеюсь, так оно и было. Жесть какая-то. Так, а зачем я пришел в это место? Чтобы видеть. Тут они жили. Спасибо, знаю. Ой, ты ж... Что за... Вот это глюк. Так, это что такое? Животное? Хопа. Так, там у нас дверка. Здесь, видимо, выхода никакого не будет. Давайте мы с вами туда пойдем. О, здесь мы осветим ту самую комнату, хотите сказать, да? Задача выполнена. Так, 5 страниц. А, определение эффективности по приказу Элуфа Карпентера. Возвышенного. Объект. Уилбур Фриск. Главный наблюдатель. Исследовательская станция Мануик, Гренландия. Отчет составлен Гартом Квинтом. Квинтом. Мое наблюдение за Фриском начинается сегодня. Я устал его личным ассистентом. И мои наблюдения хватит 6 месяцев. С тех пор, как он принял управление комплексом от Брена. Стаффрессоном в 1980-м Фриск представил немного ценных результатов, и я намерен узнать почему. 5 марта 2000 года. Я наблюдаю за Фриском уже 2 недели и должен признать, что мои начальные предположения оказались неверными. Он выказывает активность, эффективность и большую приверженную делу. Он наглядно продемонстрировал все эти качества на недавнем открытии того, что мы назвали гробницей Турингайд, на главных раскопках. Разумеется, он потребовал полномасштабного исследования. 26 апреля 2000 года. Или 28, скорее всего 26. После открытия гробницы последовала небольшая эпидемия. Отличная возможность понаблюдать, как Фриск справится с чрезвычайными ситуациями. 24 мая 2000 года. Эпидемия совершенно вышла из-под контроля. Пришло много несчастных случаев. И очень трудно поверить в то, что Уилбур не приложил к этому руку. 13 июня 2000 года. Фриск потерял всю свою власть. Несколько выживших сбежали, а остальные заперлись в столовой. Сам же Фриск решил запереться в питомнике с собаками. Ой, это он зря. Для защиты. У меня не было выбора. Пришлось последовать за ним, чтобы закончить отчет. Сентябрь. Неизвестный год уже. Я потерял чувство времени... Но Фриску, похоже, все нравится. Он очень полюбил собак. Каждый день он выходит из питомника добычу еды, которую потом скармливает животным, несмотря на то, что многие из них заражены. Октябрь. У Фриска появились какие-то странные симптомы. Он стал чувствителен к свету. Даже малейший отблеск пугает его. Также он обнаружит, почти животные признаки копают отверстия в стенах и прячутся там. К тому же, я подозреваю, что он покидывает комплекс по ночам и наверное, ходит даже в шахты. Некоторые собаки умерли. Запись 8. Я уже долгое время наблюдаю за Фриском и думаю, могу закончить свой отчет. Он чрезвычайно эффективен, хоть и я вынужден его подвергать его осуждениям, сомнению. Несмотря на то, что у нас еще много еды, я боюсь, он начал есть собак. Запись 9. Когда я проснулся этим утром, рядом со мной на полу лежал труп. Я зажег фонарик
испугался, что Фриска могли убить. Леон сам наложил на себе руки. Когда я это сделал, то краем глаза увидел, как Фриск убегает назад в тени. Мертвецом оказался доктор Робертс, ученый. А я-то думал, что он сбежал в шахты при первых признаках эпидемии. Его тело было облагодано в нескольких местах, и, видимо, его долго тащили. К тому же, у него отсутствует язык. Я продолжу наблюдать за Фриском. Напрямую необходимой мерой предосторожности. Походу, этот Фриск тебя убил. Давайте сохранимся. Так, плохо, наверное, прочитал немножко. Так, ладно. Так. У нас там свет появился? Давайте проверим. Ох ты ж, ёханый! Трупы. Вы, приматы, просто созданы для того, чтобы находить опасность, а потом бросаться на нее, сломя голову. И, похоже, я начинаю к этому адаптироваться. Так, давайте мы рубим свет и сохранимся. Не знаю, что получится. Уже эти собачки. Стоп, мы здесь были. Что это я тут? Кевин, что ты делаешь? Ты меня. Это ты мне так сделал. Так, не знаю, получится ли что-то. Давайте. Сохраняемся сразу. Ну что ж. И посмотрим, что сейчас будет. О! Как убрать? Какого? Что-то не то я нажал. А вот, наконец-то. Ага. А как же мне тут врубить? Так, если так, то... Проскочим, хоба! Да ты... Сволочь, никак не получится, никак не получится. Блин, что же дело? Может, надо было закрыть перед... Слушайте... Может, надо было реально закрыть перед этим? Попробуем? Возможно, может как-то... Так, никакой... Я не знаю, поможет ли это? Я думаю, вряд ли это поможет. О, вот это вот намного лучше. Я думаю, это поможет. Так, бочка, уйди отсюда. Так, давай. Отлично. Закрой. Еще бочка сверху поставим. Так. Немножко двинем. Я закрыл, еще бочку сверху поставлю. И теперь вторую.
Так. О, как. Хопа! Пусть стоит. Погнали, ребята. Думаю, это пригодится. Оно тут не зря. Так и знал. Вот так вот сделаем. Тихо. Лучше вот так вот. Сейчас скажут, что это ползает по стенам. Отлично. И сверху бочечкой. Все. Пробуем. Сохраняемся. Отлично. Так, есть ли тут свет? Ага. Вот оно что. Бежим. Бежим попросту. Бегу, 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 бегу. Давай, 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 давай. Есть. Закрыть, 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 закрыть. О. Карточка. Ненавижу карточки, ключи. Одного не понимаю, чем вам не угодили старые, добрые, висячие замки. Сейчас, как я понял, надо пробежать. Ждем, пока появится, и тогда пробежим. Просто пробежим. Ждем. Давай. Давай, еще одно. Побежали. Бежим. Давай. Давай. Вон она, сволочь! Сволочь! Успела, сволочь! Давай. 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 Побежали. Один есть. Второй есть. 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 Все. Отлично, уходим. Попросту уходим отсюда. Пора уходить. Как ты думаешь, если ты поможешь промучиться ей еще несколько часов, она будет тебе благодарна? Может, надо брать ее прямо сейчас, пока она тепленькая. Как там чмоки-чмоки? А где моя зажигалка, кстати? Черт. Нет, 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 нет. Почему именно сюда? Нет, какого фига? Пошел ты! Я убегаю от тебя. Ух. Хотя бы убежал и сохранюсь. Давайте к ней вернемся с карточкой. Так, а где она? Где эта девушка? А, вот. Вот, 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 вот. Нам сюда, нам сюда. Станция Мануик испытывает технические трудности. Пожалуйста, держите капсулы с цианидом наготове. Спасибо, не надо. Что-то она молчит. Мне это не нравится. Неужели она тоже превратилась в этого монстра? Автомат.
сломано. Надо быть готовым сохраниться. На всякий пожарный, конечно же. Так. О-о-о. Упс. Что-то разбил. Отлично. Туалет. Что мы наделали? Туалетная бумага. Ну и антисанитария. Ой. Тут сейчас не до этого, конечно же. Так, тут как-то какая-то странная комнатка. Доктор Сванс. Пошлите сюда, что ли? Воу! Так и знал, что она превратилась. О, вы посмотрите, какая жестокая битва. Противник предоставлен с любезного разрешения нашего профессора. Да, ты не Рэмбо. Попробуй, что ли, так, 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 надо что-то делать. Ага, отвлекаем, 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 отвлекаем. Иди сюда. Иди сюда. Да-да-да-да-да, сюда. Бежим. Так-так-так-так-так. Давай, крутись. Тихо. Опа. Бах по голове. Давай. Отлично. Еще поднимем. Давай. Давай. На голову надо. Понял. Сюда иди. Быстро. Ох ты, сволочь. Сюда. Так, надо заманить. Главное это заманить в центр. И потом по голове. Бах! Мозги? Что? Эх. Так, сюда, 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 сюда. Давай, 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 давай. Отличная работа, парень. Просто чудо. Между прочим, пока ты не начал плясать победный танец. Я, конечно, понимаю, что убийство может доставить массу удовольствия, но она же тебе вроде нравилась. По-моему, у тебя к ботинку пристал кусочек ее скальпа. Послушай, неужели ты и правда? Я думал, ты знаешь, что я тебя провоцирую. О, ты надеялся на лучшее, а я... Ужас. Не грусти, мартышка. Везде есть свой позитив. Просто нет слов. Согласен с тобой. Персонаж. Кевин, ты ублюдок. Ублюдок Кевин. Ненавижу Кевина. Это все из-за тебя. Ты умрешь. Ты ответишь за все это, Кевин. Ответишь. Тебе не деться никуда. Ты в моей голове. Я могу себя убить. Тебе уже ничто не поможет. Что? Ключ? Нет, ну почему они все сживают ключи? Или записки, или карточки? Почему в предсмертной муке никто не может схватить сэндвич? Я умираю с голоду. Так подохни ты от голода уже. Сраный Кевин. Ненавижу тебя. Просто ненавижу. Скукотища. Где тут Тетрис? Исследование вируса Туррингайт. Лекарство. Бэлис Ватсон. Если ты читаешь эти строки, значит тебе больше не нужно меня терпеть. Я знаю, что ты очень старался, так что думаю, стоит поблагодарить тебя хотя бы за это. Я думаю, что оставлю кое-что тебе в помощь, на случай, если меня самой тут не будет.
Извини за излишнюю формальность, привычка. Видите? Цель этой процедуры – вывести формулу лекарства, которое стабилизирует заражение в разносчике и по возможности полностью уничтожить его. Эксперименты показали, что инъекции, покрывающие 50% мозговой ткани, могут быть обращены в 80% случаев. В редких случаях эта смесь убивает как разносчика, так и вирус. Вот она, несвобода выбора. Оборудование, аппарат для смешивания ВС, ацетон, хлор, сера, йод, азот, бром. О, у нас йод, азот есть вроде бы. Так, реагенты будут динамически введены в вышеуказанном порядке. Самая важная добавка – это вещество 65. До этого у меня был доступ только к 12 и 67, которые работали с разной степенью успеха. 65 обладает тем же свойствами, что и 67, хотя и значительное усиление. Оно было обнаружено незадолго до заражения, поэтому еще не дошло в карантин в химических лабораториях. Все рентгены нужно смешать в... В общем, так. В указанном порядке. По умолчанию они будут установлены в аппарат автоматически. Их можно будет выливать в любом случае. О, это хорошо. Короче, прочитаем так. Я немножко вниз перелистаю. Ох уж эта девка. Мы ее убили. Извиняюсь, ты убил. А она никак не может заткнуться. Смерть болтливым, что мертвым при парке. Так, давайте мы тогда экспериментальное состояние. Шимпанзе, лабораторная крыса, человек, 3. Известно. Угу. Каждая посмотрим. Так. Тонная система. Так, теперь взглянем на главное событие. Пойду к журналу событий, ждите. О! Спецзапись сопровождены. А, печаль, печаль. Так, закрываем окно. Проверяем замками. Отлично. Это что? А паролем мы не знаем. Печаль. Так, давайте мы с вами сохранимся. Никак к этому не привыкну. Я тоже. Бабах. Отлично. Ё, козёл. Козёл. Какой козёл? Держи. Ловушки. Есть, всё.